хорошо. Хотел снять бомжа. Хотел снять бомжа, я сам что-то нашел. Ты главное подержи крышу. А ты бомжой. Боже мой. Давай. Как это достать? Вопрос. Что там, что там? Я вот не пойму. Рук не хватает. Это полиция, подожди, приехала. Ну, вдруг ты уродил туда что-то. Они просто так смотрят на меня. Может, они помогут тебе. Давай. Нет? У меня руку смыло. Сейчас я достану. Подожди. Может, у тебя будет видео трястись, что я смеюсь. Ой, вообще, а всем понятно, что ты? Я просто полез в мусорку. Там просто какие-то пакеты. А зачем тебе пакеты? Смотри, сколько бесплатных пакетов под мусор. Да, надо брать. Сейчас мы вытащим лопату. Попробуй с ногой залезть. А у тебя есть? А нельзя наклонить? О! Смотри, что он тебе по башке как даст. Ой, боже мой. Во! Все? Юля, смотри. Бери еще. Я ж заберу. Подожди. Держи. Да. Береги, чтобы не стащили. Капец. Под мусор. Я ж заберу пакет. Подожди, я боюсь, что тебе на бушку. Я буду, короче, так ловить, если что, она тебя не сильно прибьет. Давай, Андрей. Спасай китов. Слушай, я уже заговариваюсь. Я вот за экологию. Правильно. И вот эти пакеты я заберу мусор выкидывать. Тебе надо, Юля? Да. Все, сейчас мы поделим, подожди. Мне обувь не дала просто сошить. А шкаф тебе не нужен? Нет, шкаф мне не нужен. А вот сейчас. Смотри, какой хороший шкаф. А там, может, обувь? Там какие-то ценники. Ценники нам не надо. Пакет куда интересно. Бери пакет. Подожди, мне надо с другой стороны помойки обойти. Сейчас я подтеки эти не буду снимать. Боже, я еще руками-то трогаю. То, что я туда заложу помойку, тебя не смущает. Что? Миллион долларов США? Юля, да как мы с тобой? Андрей, не позорь меня. Забирай пакеты и шуруй. Мы же можем... Мы же голодными не можем не быть. А, капец. А вот в этом пакете что? А, это я. Мы это наш. Вот так вот в Испании выживают. Мне бы вот что-то на что-то. Туристы. Тихо. На шкаф наступи. Вот как можно было выбросить пакеты прямо в мусор? Так глубоко еще. Так классно. Глубоко, они сейчас выпадут. Давай. Все, получилось? О. Все, я предлагаю тут не доставать. Все, киты будут тебе благодарны. Что ты можешь сказать напоследок? А потом вот в этой юрает газеты будут писать, что да? Вот это приличный турист. Чувак. Приличный. Бомжара. Испанский бомж. Прикинь, они дрябые. Главное, что тут полиция стоит. Полиция блюдит порядок. Так, шикарные. Они такие вау. Большие. Да. Мне выкинуть? Вот этого достаточно. Посмотри, сколько мусора можно выкинуть. Да. Все, Юля. Это представь кому-то прям... Надо крышку закрыть, Андрей. Давай, за собой... Все, там успокойся. Что, пакеты? Это пусть ладно. Другим людям будет. Тут просто до осени хватит. Все? Посмотри. Да, отлично. Все? А в той ничего не было? Нет. Да, глянь. Не надо. Пожалуйста. В общем, если ты не можешь найти бомжей, будь бомжом. Сам. С виду приличный человек. Почему хлеб выкинул? Там столько батонов. 5 или 6. Тебе не надо, у тебя халя. Не, ну я не буду батон есть. Люди другие съедят. Так положили бы вот так, забрали. А так получается... Так беспорядок. Если все будут накладывать тут вокруг, будет бардак. А так? Просто не плюй в мусорку и все. Ну все. Короче, спасли экологию сегодня. Да. Последний рабочий день
здесь, у Юли. Это все кава. Вот если бы я не выпил каву, я бы не залез сюда. Точно. В следующий раз в Барселоне пей каву и ищи обувь. Тогда бы, наверное, забрал у тебя обувь. Да. Хорошо, что я тогда не пила каву и остановила тебя. Слушай, это вообще стыдно залазить в мусорку за пакетами, чтобы мусор выкидывать. Нормально. Все? Ладно, все. Довольны? Можно идти домой? Нормальные люди вообще находят что-то путнее, а я пакеты. Просто. Уже рука отрывается их тащить. Но не могу понять, почему их выкинули. Целый мешок. Огромный. Рука отваливается. Они такие тяжелые. Ну, хоть бы сейчас. Ну, сейчас мне загорится красный. Сяду отдохнуть. Просто ноги, руки не держат. Я понял. Юля, если ты смотришь это видео, во всем виновата ты. Потому что решила сегодня уйти на другую работу. Ой, пришлось идти в офис провожать Юлю. Господи, это же всю одежду стирать теперь надо. Тут можно сколько он? Сколько пакетов? Экология просто будет спасена. Хотели выкинуть. Причем даже не отсепарировали, не разделили. Бумагу с пластиком. Надо нажать хотя бы светофор. Расселся. Тяжело нести. Но своя-то ноша не велика, говорят. То есть нормально. Когда стояли целые бутылки с шампанским, с кавой, кадерню, все, видите, заговариваюсь. Фрешанет. Я их решил не брать. А здесь прям целые пакеты. Ну, они там лежали в коробке. Хорошие. Чистые, целые пакеты. Решил вытащить. Как бы. Логика, конечно, на высшем уровне. Господи, почему же так далеко живу? Уже идти не могу. Устал. Сколько тут килограммов. А я еще только сегодня помылся, знал бы, не мылся с утра, не шел бы в душ. Так, Юля, если ты это видишь видео, а ты, я думаю, видишь, в следующий раз идем и смотрим, вдруг еще что-нибудь найду. А то с тобой тогда обувь нашел хорошую, новую из магазина выставили. Видимо, не распродали, ты не дала ее поднять. А тут нынче попались пакеты. Поэтому... стоит задуматься. Все, короче, руки отрываются, пошел домой разгребать пакеты, выкидывать мусор. Теперь можно просто мусор с удовольствием выносить и сепарировать. Я, кстати, мусор сепарирую, разделяю. Пластик, стекло, бытовой и бумага. А что делать? Надо. Ладно, все, пошел домой. Руки отрываются. Они еще так стали, как нитки просто врезаются.